Хей, йога и сумешмаки, мы продолжаем пройдите руку под названием Секира. Мы сейчас быстренько с вами что делаем? Бежим опять на гору макак. Ну, развалин макак, даже так можно сказать. Ой, боже. Что-то вот это да, меня. Я тупанул там. Так главное то, что я. Меня змея укусила, я, блядь, сдох из-за этого. Чисто из-за этого. Ладно, минус одна урна. Ну, отхил. Легче, мне кажется, бежать, чем вот эта фигня. Ладно, побежали. Много яда. Ох, почти траванул. Так, отлично. Вот почему меня не здесь сохранило? А сохранило именно там. Почему она меня укусила, блядь? Я сдох автоматом. Хм. Разве есть иной способ, как туда еще попасть? Тихо. Что за... А как пробежать там? Там пробежать нельзя тогда. У меня есть идея, у меня есть идея. Есть. Сука, видите, я все равно теряю. Я теряю опыт. Невидимая помощь. Давайте это, может, тогда до next level апнусь хотя бы. Хотя бы давайте до next level апнусь до пятого, чтобы было не жалко опыт терять весь. Хотя посрать. О, ну так быстро пробегаем все это дело. Да и все. И ни на что не трачу время свое. Что это было? Что вот это только что было? Thank you.
Так, а обратно я, походу, не поднимусь, да? Вот что я хочу сделать. Ну, почти получилось. Почти получилось. Блядь. А как я не понимаю? Я не понимаю, я не понимаю. Мне нужно там проскочить. А как иначе? А как ее иначе? Никак нельзя туда попасть. По-другому никак. Только вздыхать. Снова невидимая помощь. Но нам и не нужна эта невидимая помощь. Не посрать, даже если я потрачу эти... Вам посрать вообще. Чё, бля? Вот и все. Вот и все. Минус фляга. Там уже, честно, посрать как-то. Даже на этот опыт посрать. Так, я походу стою там, где яд не распространяется. Ой, боже. Поехали. А обратно могу швырнуться, так? А, смотрите, как я могу попытаться сделать. А чтоб все получилось. Ой, вот это было опасно. Оп. Ага, получилось. Ну вы поняли, да, что я хочу сделать? И опять, почему с этой... Почему отсюда? Я не понимаю.
Типа, он меня все равно зацепляет. А крюк у меня не такой уж стильный. Есть второй вариант. Да, он тоже не получился. О, и там есть проход. Туда не забраться. Тут точно нету прохода нигде. О! Так вот. Вот так вот. Сушеная внутренность змеи. Похоже на сушеную хурму сердца великого змея. Великому змею поклоняется как божество. Считается, что в сердце обитает его дух. Формой оно напоминает хурму. Но на самом деле это внутренности бога. Очевидно, жители опустевшейся долины поклоняются сушеным внутренностям великого змея. Как воплощение самого божества. Ага. Ага, вот что был намек, типа, когда она говорила, есть два фрукта, один сушеный, один свежий. Мы нашли с вами сушеный, осталось найти свежий. А выбраться сюда, я как понял, уже не смогу, да? А не, можно. О, там тоже что-то есть. Божественное конфетти. И куда дальше? Походу, а вот если бы вместо туэтки... А, вон. Так и есть куда пойти. Глубины осина. Найден идол. Найден идол. Найден идол. Найс. Так, а что у меня почему? Так, масло. Денег у меня нету. Так, ладненько. Ну, это, походу, обычные солдаты, да? Так, дрожжи. Это, походу, обычные солдаты. Так, отдохнуть. Еще раз. Сейчас пойдем их убивать. Пойдем мы с вами их убивать. Бляха-муха. Это же с дробовиком. Сейчас все сделаем. Я сейчас спущусь туда вниз, их всех попереубиваем. Вот он меня все же потерял. Ты что, тоже можешь ходить по кислоте? А почему им типа урон не наносится, а мне наносится? Он сейчас, я его убью. Потом пойду за... Ай, блядь. А мне дальше не пройти, пока я не убью того.
палочкой, видите, который глючная там стоит. Потому что там туман. А за туманом что-то есть. Да-да-да. Да-да-да-да. Ох ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Так, нужно внимательно еще посмотреть, а то еще так бы посекли меня. Серьезно? Ой! Что задела палка, я сдох. Нахер надо. Да-да-да, постреляй. Фух, пронесло. Отдохнуть. Успокоительное средство. Еще поехали. Чара. Тут как? А, нужно, короче, заранее прожимать, когда он только это. Да, я понял. Так, алло, а это сложно, типа? Он меня все равно видит и замечает. Как мне тогда так провернуть? Потому что они будут мне мешать. Они будут мне все толпой мешать. Есть вариант сначала убить всех по-другому. Есть вот такой вот вариант. Но он смотрит. Поэтому это все дело тоже. Фифти-фифти. Фу, успел, успел. Пиздец. Да, вот это вот сильно. Боссом драться.
Ой, блядь, он тут. А, круто. А у меня, то есть, вариантов, как отсюда выбраться, нету больше. Да? Ага, классно. Что делаем? А, так у него ХП отнимается, когда он на болоте стоит. Что, все же? Так сильно долго поддамажило все, хватит? Давайте дальше наносить ему урон, алло, ядом. Так нечестно. Он вон по этому ж ходит. Вот зараза. Ё-моё. О, дальше урон начинает. Тихо. Я, видите, у него типа область, как, на которой он типа наносится ему урон, а на каком-то нет. То есть, получается, у него тоже идет накопление яда сначала, а потом наносится урон. Ну, в принципе, два таких раза, и он типа труп. О, видите, наложился яд, типа, и все. Ему наносится урон. Значит, нужно его просто в болоте продержать. И он сам откинет копыта. И все. Ну, видите, он... Блин. А хватит ли ему? Да, мне кажется, 4 отравления ему хватит, чтобы он сдох. Или нет? Я знаю, что он, типа, может ваншотнуть своей палкой. Вот это я единственное, что боюсь. Именно драться с этим врагом. Лучше пускай он сдохнет от яда, чем от меня. Поехали. Ну сколько там, минута, да, получается, тратится на то, чтобы у меня на него наложился эффект.
Вот как... Как убить... Это, знаете, лайфхак считать от меня. Как убить врага, не нанеся ему ни урона. Ну, типа, только добивающий вот эти. Блин, ему, походу, 5 нужных. Пять разов эффектов, блин, это много. Сейчас на него эффект положится, я оттуда к нему прыгну. А в смысле, на нем уже эффект висит, нет? Сейчас попробуем, если эффект... О, эффект наложился. Тихо. Отравление пускай идет по нему. Видите, все, врагу идет отравление и все. А что он сделает? Он будет вздыхать. Не единственное то, что будут мешать те придурки. Да. Не наносит ему ничего. Ну это долго ждать, пока он будет отравляться. Пошел эффект. И плюс это самый легкий, ребят. Вот если вы не хотите сдохнуть. Как я. Я ведь уверен, что сдохнуть довольно легко будет против него. Да. Ой. Ну да, долго нужно ждать на самом деле. Как он начнет только травиться. Нравится. Давай. Мне главное, чтобы потом мне позволили к нему подойти. А то видите, вот они чекают на него, смотрят на него, а я потом что? Подойду, и они меня убьют. Хотя, я думаю, я успею убить их, его. До того, как они будут меня атаковать. Вот что ему только что нанесло так много урона. Так, еще осталось немного подождать. Получается 2 минуты тратится на то, чтобы не начиналось отнимать такой нормальный хп. Так можно, знаете, всех убивать. И обезьяну ту белую можно было так убить.
Сейчас у него этот будет эффект, я его туда поведу, чтобы на меня эти не нагрелись. Пошел эффект. Хорошо, что он хотя бы не хилится. То было бы вообще ужасно. А вот это я не знаю, типа, как назвать серию. Если там была щелочная долина предыдущая. Блин, нужно будет и к макаке сходить, убить макаку. Давай, тебе еще нужно два раза получить отравление. Так, кажется, на него наложился, да, яд? Еще нет. Фу, главное, чтобы он меня не потерял. Если он меня потеряет, то придет с самого начала, а я не хочу. Ну, типа, я закончу серию, да, типа... Потрачу свое время, ну, ваше не будет тратить. И потом просто... Ну, просто. Все. Теперь я жду, пока он сюда прибежит. И добиваем. Плюс бусинки. Халявные. Ха-ха-ха. О, я плюс апнулся, изи. Плюс шар. Видите, теперь все, там этот и сейчас туман. Бац-бац-бац-бац, я побежал, до свидания. Все, ты меня теряешь, я сейчас полезу забирать вещи потом. Все, он меня потерял. Я вот так вот пробегу сейчас. Ой, он смотрит. А, нормально. Так, хорошо. Бам, готово. Так, сейчас, во-первых, я заберу ту вещь. Мешочек. Потом залезу на макушку. Мне туда нужно. А там тоже что-то лежит. Так, магнетит. Черный порох. Ясно. Ладно, пробежимся. Ладно, погнали туда, куда мне ведут. Вот сюда вот, где туман был. А я не хочу уже туда идти, там кровь какая-то. Я хочу туда попасть. Да видно, что можно как-то попасть.
Ну вот как? Ну вот как игра умалчивает? Что за бред? Херово работает. Можно, знаете, короче, прыгать и не прыгать. Тупо, да, сказал? Я не знаю, просто там есть проход. Мне нужно то, что там находится на голове. Вот что мне нужно. Типа, ради чего я туда лезу? Ради очень хорошего предмета, ребят. Ради очень хорошего предмета. Но для этого мне туда нужно как-то попасть, хотя я не знаю как. А там этот, если что. Вот, я не понимаю, там есть типа проход или нету? Короче, что там находится? Там семечко находится. Сука. Бесит. Почему я не могу туда залететь? Блять, короче, идите в жопу, я пошел, ладно, вниз. Типа, я все равно, если сдохну, что я теряю? Ничего такого не теряю, ладно, побежали. Я сюда не пойду. Сори, сюда мы не идем. Что это оно или куда я вообще пришел? Я сюда не пойду. Туда лучше вообще не прыгать. Мне нужно семечко. О, нашел все. И... А, тут бусинки. Чё думал, что семечки. Ладно, тогда. Последний... Ладно, последний активный идол. Короче, понятно все. Все понятно. Мы сейчас с вами пойдем, короче, убьем обезьяну. Знаете, что там находится? Почему я не хотел дальше идти, к там, где кровь была? Потому что там, где кровь, у нас этот. Как он называется? Так, давайте я улучшу выносливость. А, две обезьяны. Да-да. У нас там две обезьяны. Так, изучить навык. Его за пятерочку купим. О. И закончим на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.